Были. Угу. Вот, еще вопрос. Слышишь ли ты на автономии, что думают и чувствуют другие люди? И тут же, вам не страшно? Но тут, наверное, когда задают этот вопрос, его немножечко неправильно задают, потому что это не то состояние, то есть это не слышание чужих мыслей. Ты не слышишь чужие мысли, потому что мысли в голове у человека, они беззвучны, и они это его ассоциация, его придумка. Но ты можешь чувствовать этого человека. То есть, тем более, когда ты с ним общаешься, перед тобой открыт, он тебе дает разрешение как бы разговаривать с ним, общаться с ним, познавать его, то тогда ты очень... Ты как бы этого человека пропускаешь через себя. И когда ты его пропускаешь через себя, ты четко понимаешь, кто он, что он думает. И очень часто ты понимаешь, что то, что он говорит, это не то, что он думает. И даже бывают такие моменты, что он намеренно уходит от тех познаний самого себя, потому что это очень тяжело встретиться с собой. И тут тогда у тебя всегда встает вопрос, готов ли ты ему рассказать это, готов ли он это выслушать. Если не готов, то ты просто молчишь. А то, что ты чувствуешь каждого человека, да, ты можешь прочувствовать абсолютно каждого, но ты не слышишь мысли его, как в фильмах нам говорят, да, что ты идешь, а вокруг тебя мысли. Ты его просто можешь каждого человека пропустить через себя. И это, наверное, очень чувствуется, когда общаешься с человеком, и ты ему о чем-то говоришь, и когда ты понимаешь, что ты ему резонируешь. И да, это есть, это ты есть каждый другой. Поэтому это абсолютно каждого. Точно так же, как и каждый, когда пропадает. Да, ну я вот, если честно, не знаю даже, почему пропадает. Попробую Все нормально, все погуглить. равно понятно. Ну, все понятно, иначе мы тут вообще не вырулим, Да, если вот. И сейчас. поэтому, да, конечно, но нет, страха никакого нет. Но единственное, я могу сказать, что когда вот это только начиналось, обостренные запахи, обостренные звуки, обостренные цвета, обостренное восприятие другого, любого другого человека, первое время, наверное, первую неделю, может быть, даже две, ты чувствуешь себя таким богом, думаешь, о, как классно, а потом начинаешь уставать. И когда ты начинаешь уставать, я понимаю, что многие людей начинают, наверное, на этом этапе выбрасывать обратно на еду. Если он не научится возвращаться к самому себе. Вот эти моменты тоже были.